За сутки в России зафиксировали 500 новых случаев заболевания коронавирусом. Это информация от вторника, 31 марта. Из них в столице 387 человек. Губернатор области Андрей Воробьев ввел очередную меру поддержки жителей региона. С 1 апреля по 1 июля все многоквартирные дома освобождаются от платы за капитальный ремонт. Лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий – это весьма важный шаг. У нас самая большая в стране программа капитального ремонта. В нее включено больше 44 тысяч домов. Мы сделаем так, чтобы принимаемая мера на сроки капитального ремонта почти не повлияла. Мы понимаем, что многие жители его ждут. Постараемся, как и прежде, делать его качественно и с учетом ваших пожеланий. Кроме того, ввели новые меры профилактики. Запрещено посещать букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок. А органы ЗАГС регистрируют только факты рождения и смерти. Остальные действия производятся только по ранее поданным заявлениям. В Сергиевом Посаде отключили подсветку на пешеходных зонах и в общественных местах. Это сделано для того, чтобы меньше людей по вечерам собирались на улице. Как только ограничительные меры снимут, подсветку снова включат. Жителям региона вновь напоминают, эту неделю по возможности лучше пересидеть дома. Тем более, что по-летнему теплые выходные сменил снегопад, минусовая температура и порывистый ветер. По прогнозам синоптиков, температура около нуля продержится еще пару дней с сохранением ветра и осадков.